Охотников на дорогих железных японцев теперь ожидает суд. После многомесячной охоты их задержали в мае 12-го под Орлом на 3-м километре трассы Орел-Брянск. Зацепкой стала Мазда, фигурировавшая во всех преступлениях. Автомобиль был взят под наблюдение. Установили, что он находился в Курске, и группа готовилась к очередной краже. Тойоту они угоняли в Курской, Калужской и нашей областях. Сами же бандиты были из Брянска. Один из жителей являлся на момент задержания и совершения преступлений действующим сотрудником органов внутренних дел. Второй гражданин также занимал ранее должность сотрудника органов внутренних дел и занимался раскрытием преступлений, связанных с кражами и угонами транспортных средств. Преступная группа была организована в январе 2012-го. Третий участник присоединился в марте. На дело отправлялись оснащенные целым арсеналом. Данные граждане использовали специальное устройство, а также инструмент для взлома системы безопасности автомобиля. В ходе совершения противоправных действий при себе имели боевое и травматическое оружие. Ущерб, причиненный владельцам угнанных «Тойот», оценили в 5 миллионов рублей. Материалы уголовного дела уже отправлены в железнодорожный районный суд.